В округе продлен режим самоизоляции. По понятным причинам городские кафетерии и рестораны продолжают работать дистанционно. В эпоху ограничительных мер работники общепита мало того, что не унывают сами, так еще и устраивают вкусные акции для своих клиентов. Где можно вкусно поесть и при этом получить скидку или бонус, расскажет Вероника Самошкина. Несмотря на режим, который продлили до 14 июня, кофейни и рестораны быстрого питания не унывают. Они также продолжают работать на вынос и доставляют заказы на дом. Но сейчас о другом. Для удобства людей они также вводят в свое меню различные акции. К примеру, кофейня «Двое и кофе». До недавнего времени у нас была доставка. Сейчас доставки, к сожалению, уже нету, так как все же режим самоизоляции немного ослабился. И люди больше стали выходить на улицу, люди больше стали гулять, что, соответственно, позитивно сказывается на работе всего общепита, в том числе и нас. Но у нас остались акционные завтраки, которые мы вели, когда велась самоизоляция в городе и вообще в стране. Акционных завтрак у нас 4 вида. Это французский завтрак, классический завтрак, сытный завтрак и правильный завтрак. Также помимо завтраков у них действует скидка 10% на любой кофейный напиток, если же человек пришел со своим многоразовым стаканом. Эту акцию они вели еще в самом начале работы кофейни, тем самым привлекая людей к проблеме экологии. Ведь покупая кофе либо любой другой напиток, бариста наливает его в картонный стакан с пластиковой крышкой и трубочкой, а они при переработке плохо влияют на экологию. А вот хот-догер. У них тоже действует несколько акций. При заказе двух любых хот-догов классический хот-дог идет в подарок, а они у них очень сытные. Если вы любитель японской кухни, то для вас тоже есть выгодные предложения. Варигато. Акция «Счастливые часы» действует 10% с 10.30 до 16.00. Акция именинникам 3 дня до, 3 дня после действует 15% скидка. Акция свыше 1000 рублей ролл в подарок. Акция свыше 2000 рублей 2 ролла в подарок. А также нашим постоянным клиентам предоставляется дисконтная карта со скидкой 10%. В связи с нынешней в мире ситуацией благодарим наших врачей, медицинских сестер и других работников медицинских учреждений и делаем им скидки 15%. Это лишь малая часть заведений, у которых есть акции в меню. Кто-то предусмотрительно вел их на время, пока заведения не могут работать в полной мере. А у кого-то они действовали еще до режима самоизоляции и также будут действовать после. При заказе блюд не забывайте уточнять у сотрудников общепита, какими акциями вы можете воспользоваться. Ведь это и вправду выгодно. По карману не ударит и найдитесь досыта. Обзор провела Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для Нур-24.